Мало кто из жителей мог предположить, что строительная бригада ремонтирует общественный туалет. Некоторым даже в голову не приходило, что с мая месяца такое нужное всем заведение уже функционирует. То есть сюда вы никогда не заходили? Не заходили, а здесь непонятно, что здесь творится, туалет или что еще. Куда же нам деваться, пиздево? Куда нам деваться-то? И нам, и так, и пожилым. Одного туалета для города нашего достаточно? Мало. Народу у нас очень много. Единственный пока в городе общественный туалет был построен к Московской Олимпиаде 1980 года. Последние 3 года он был закрыт. Строители предполагают, что сегодня желающих воспользоваться услугами туалета будет много, ведь находится он на оживленном месте. И именно поэтому для женского и мужского отделений было сделано сразу несколько кабин со всеми удобствами. Во второе рождение туалета вложено уже около 800 тысяч рублей. Вода-то есть? Да, горячая. После капитальной отделки внутренних помещений строители приступили к реконструкции фасада здания. Он обкладывается кирпичом. В будущем туалет обрастет новыми помещениями. Сверху над туалетом будет торговый павильон, один из которых будет цветочный, второй, ну, еще не определился, и 2 таких офисных помещения, скорее всего, будут связаны, ну, с озеленением города. По словам строителей, вдоль Ленинградского шоссе от города Москвы и до Твери нет ни одного общественного туалета. Разве что бесплатный сервис ресторана «Макдональдс». Но уже сегодня горожане и приезжие могут воспользоваться туалетом в городе Солнечногорске. Он работает с 8 до 20 часов ежедневно.